все, на новом месте службы. Разбор полетов с главным, будь здоров. И хоть я жил порой не так, как нужно, отправился же к нашим. Но суров, а здесь главный исключительно суров. А встретили зачет на все 5 баллов. Кто был не на полетах, прибежал. И даже сам Валерий Павлович Чкалов при встрече крепко руку мне пожал, обнял и крепко руку мне пожал. Но главное, я снова здесь летаю. Ясно как, отсутствует металл. Хоть крыльев за спиной не наблюдаю, летаю, сколько в жизни не летал. Летаю, как при жизни не летал. Здесь поздно в полете бывать осторожно. На все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожны. И нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ. Нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым фото со мной стоит. Мы живы, хоть оплаканы родными. Нас радует здесь небо холодок. Не рай, не отца, а где-то между ними невидимый военный городок. Заоблачный военный городок. На рай мы по заслугам не проходим. А вот нам и самим-то не резон. Забор, казарма, КПП на входе. У нас отдельный летный гарнизон. Для летчиков отдельный гарнизон. И главная, одна на всех задача — летать с живыми здесь по небесам. Стараться уберечь парней, иначе всем плохо, коли они приходят к нам. Ой, плохо, как они приходят к нам. Здесь поздно в полете бывать осторожно. На все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожные. И нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ. Нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мной стоит. Вне возраста все летчики в полете, равны все Летеха и Главком. Здесь Нестеров с Гагариным в почете, и Уточкин с одесским юморком. А Вася Сталин, ну тот особняком, шумит нам про исправность всей в отчасти. При папе, мол, за это под расстрел. Наверное, грузин здесь прав отчасти. На днях вон целый борт опять сгорел. И новый экипаж к нам прилетел. Теперь и сам я здесь таких встречаю. На входе гарнизонном КПП я здесь за подготовку отвечаю в соответствии с небесным КПП. Здесь курс другой, небесный КПП. Здесь поздно в полете бывать осторожно. На все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожные. И нам уже можно. Теперь уже можно летать
без границ нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить в стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Нам уже можно, теперь уже можно. Нам уже можно. Для меня...